В этот зал на праздник, на день рождения КВН. Привет! Спасибо, Артем. Да. Итак, мы бы хотели, чтобы вы еще раз громко-громко поаплодировали команде КВН, которая открыла наш сегодняшний концерт. Команда КВН 100, 13-я школа. Она сегодня еще будет, друзья. Она сегодня еще будет выступать и радовать нас своим выступлением. И не только. Итак, КВН, сколько там лет, Артем? Ты у нас счетная комиссия, ты все знаешь. КВНушки 51, так называется наш концерт, друзья, ваши аплодисменты! Полстолетия и еще один годик, срок немало, за это время много воды утекло, много КВНщиков переместилось со сцены в счетную комиссию и обратно на сцену. Так бывает. Но кроме этой даты у нас сегодня еще аж целых две даты, то есть у нас такая трио дат, да? А, конечно, да. Итак, дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Мы бы хотели, ну это сюрприз, кстати, для самих этих людей, но тем не менее сюрпризы бы делать гораздо, сюрпризы нам делать приятно. Где-то здесь находится представитель команды КВН с потолка, которому вчера исполнилось аж 30 лет, Александр Лопатин! Александр Лопатин, друзья, 30 лет! Вчера исполнилось, наконец-то 30, господи. Я, кстати, не понимаю, почему именинника вчерашнего должны выводить. Выходи сюда, Александр, выходи. Выходи на авансцену, да. Друзья, учитывая финансовое положение КВНщиков, сегодня ему подарок ваши аплодисменты, громкие аплодисменты, друзья. Но не уходи, оставайся. О! Друзья, потом на автопати. Друзья, есть у нас еще один именинник, еще один есть. Итак, дорогие друзья, этому КВНщику поменьше все-таки лет, примерно так раза в три. Сегодня 11 лет, представитель команды КВН «Стоп» Стасу Базиленко. А, вот это парень. Друзья, это ж надо как символично, родился в день рождения, практически, в день рождения КВН. Друзья, и по версии его команды, сегодня именно год, как он играет в КВН. Давайте его аплодируем, друзья. Вот Стас, вот посмотри на этого дядю. Вот таким будешь ты, Стасик. Это тебе наш праздничный подарок. Давайте еще раз поаплодируем. Аплодисменты нашим именинникам, друзья. Спасибо. Стас, Александр и КВНушка, которому 51. Спасибо. 51, 30 и 11. Но мы, друзья, начинаем команды. Готовьтесь. Команда готовится. Да.